Так, ну что ж, мы продолжаем играть на кэше. Я свернул игру, и теперь грёбаные звуки пердят мне в наушники. Хотя никто не стреляет, как вы видите. Падла, а. Ну, чё не выходит? А, один остался. Так, теперь этот... Global Elite, или кто он там, звезд... противоположной команде. Фу, это напугал. Думал, еще солью сейчас. Вот за теров крутая пушка вот эта вот. ТЭК. ТЭК-9, вообще. Мне кажется, это более нагибная, чем какой-нибудь там 5-7. Какой у него урон, кстати? 33, ну, не знаю. Вот, ну просто... Реально тащит, тащит, да, ребятки, тащит. Ну, то есть... Ладно, не важно. Чё там? Кого тут? Офигеть там. Шквал какой. Вау! Нифига, чё это мне урон даже не засчиталось. Вроде прям под меня кинули. Прям под жопу поджарили мне. Чё тут кто-то есть? Никого, что ли? Так, бомбу где-то просрали. Выпало где-то. Так, стоп, а наш чувак... Подожди, не... Тут кто-то есть, что ли? А кто гранату в меня кинул? Ну вот, все, ливают. Тот чувак тоже ливнул, который в нашей команде тащил. Ну, первом месте он был. Ну вот, вот как прошлая игра была, вот это четкая. Хоть мы и просрали, но все равно круто. А вот такие игры, ну, зажимские, неважно в какой команде, в проигрышной или выигрышной, я не люблю. Ну, иногда в проигрышной, выигрывающей команде, ну, то есть, например, если мы выигрываем 7-0, а мне бывает не прет, дико, то есть я там, ну, 2-5 играю, еще как нубас, да? Да, казалось бы, мы выигрываем, но и даже если я выигрываю, там в плюс выхожу, все равно как-то неинтересно, ну, скучновато. Вообще... Обычно так дымят, иногда прячутся там. Я на всякий случай, мне кажется, это с этой стороны кто-то задымил, да. Ой, так... Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, сдох. Опа. Офигеть. Чё-то мы их зарашили. Офигеть. Порвали. Бедолаг. Кто еще жив? То уже мертв. Тот уже мертв. Фу, чуть не слился. Да, ну, вы скажете, перейди за ту команду. Ну, тут тоже такое противоречие. Не хочу сливаться. Ну, шучу, конечно. Тоже неинтересно. Мы будем просирать. Тоже. Вот лучше выигрывать, да. Ну, вы скажете, да ты ссышь просто. Ну, возможно, я и ссу. Не знаю, не знаю, не знаю. Возможно, ссу. Мне кажется, я один ничего не сделаю. Если кто-нибудь... Вон, Капитошка. Кто там на первом месте тащит? Ну, пускай он и переходит. Ну, я вместе с ним заодно. Офигеть. Я надеюсь, наших сейчас чуть-чуть посливают. Ну, так, типа, чтобы хотя бы... Силы уравнять. За них кто-то заходил, да? Так, куда идем? Прямо. Чпоньк, никого. Хотя кто-то там есть, я слышу. Можно узнать, кто там. А, один остался, что я парюсь.
Думал, их трое. Сверху. Допустим. Ладно. Да плэнть, плэнть, лохопед. Чё у нас нету? Световая есть. Ложная откуда-то взялась. Юсак. Юсук. Ты сук, понял? Флешку долбанули. Кто там? В уголке сидит. В углу. Ладно. Ох ты, ёб, двоих спалил. Ну дает, чувак. Кто тут? Ой-ё, чё сделал? В крышку долбанул в эту закрывающуюся. Чё, она не... А, всё, я убил. Думал, она не простреливается. Бегом, бегом, чуваки, чуваки, бегом. Так. Бомбу установили. Блин, 5-0 уже их тащим. Офигеть. Они кикают даже кого-то. Вы чё, с ума сошли? Давито, блин. А может, у них орёт? А, я же чат отключил, точно. Точно, точно. Ну, чтобы не орали всякие дебилы. Не, ну я включаю его, конечно. Просто вот сейчас пока записываю, думаю, ладно, почему бы не отключить. Так, у меня нет никакого огня. То есть, чтобы под печкой мыть задницу. Никакой гранаты нету. Все, бой заняли. Молодцы, блин. Ставим бомбочку. Это кто там спрыгнул справа? Не понял. А, ладно, не важно, все равно мы затащим этот раунд по-любому. Я что-то один бомбу охраняю, я тоже хочу пойти куда-нибудь пострелять. Зашибись. Ой, блин. Ой, да. Как-то быстрая игра получается. Ну ладно. Ничего страшного. Быстрая игра, значит, больше дел успеем. 8-0. Ну, в принципе, побольше бы счет, да, и поэтому не особо интересно из-за этого играть. Я говорю то, что не подбиваешь толком фраги. Ну, я, конечно, понимаю, вы скажете, иди раш, но нет. Не хочу сливаться. Лучше так потихоньку, помаленьку двигаться. Ух ты, ё... Это что за лагерь только что был? Че, убил его, что ли? Или это... Нет. Он... Кто выходит? Подкараулил, не нужно... В нужный момент... Тихо. Фаер дайте взять. На Б, что ли? По-любому. Я не знаю, где он. Вообще пофиг, короче. Красная линия. Так. Может, он на базе, кстати, вероятно. Тут раз тоже кто-то там на респе сидел. Интересно, где он был. Ладно, эта тайна уйдет в могилу вместе с жердяем очкастым из Valve. Ой, из Стима. Ладно, неважно. То, что мы делаем? Мы делаем, мы делаем. Последний раунд. Даже если сольюсь, пофиг. Можно рашить. Но я не хочу. Ну, надо попробовать. Давай, первый. Обведай там. Обведай, говорю. Как это сказать-то? Изучи обстановку в натуре.
Если бы я кого-нибудь убил, я бы офигел просто. А, мой был. Ну ладно. Дым рассеялся потихоньку, потихоньку. Никого нету, да? Ну ладно. Все равно потихоньку. А, все, блин, ну вы издеваетесь. Ладно. Спасибо за игру в натуре. Хорошая была теребоньковская игра. В дополнение к той. Ух ты, ее как яростно даст. 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 Ладно, всем пока.